Есть всего несколько мест в городе Магнитогорск, которые можно назвать Трикрестком. Что такое Трикресток? Это место пересечения трех различных улиц. Вот такой здесь располагается. Улица Советской Армии пересекается с Советской, с огрызком Советской. Вру, там еще Лесопарковая, кстати. Вот, и Галиуллина. Что это за дивное место? Это место начала вашей любимой 6-часовой вечерней пробки. Когда работники комбината, бизнесмены, вот, ну и всякое прочее, куда едет? Спать едет. Но сначала надо поставить пробки. Естественно, сегодня и сейчас место это сглаживает ваши неприятные впечатления от пробки. Потому что вот здесь открылся экспресс-сервис по замене масел. Предпочтительно это масла Кастрол, хотя есть и другие фирменные мобиловские. Что здесь еще есть? Ну, для этого зайдем и заглянем. А самое интересное, что мигает. Вот видите, с декабря месяца он будет открыт 24 часа. То есть круглосуточно, в очень удобном месте, вы спокойно и легко меняете себе масло, а также антифриз и рабочие жидкости. Не место красит человека, а человек место. Вот это место наиболее удобно. Его видно со всех сторон, и на светофоре есть время задуматься о замене масла, например. Замена масла – процедура, не требующая вагона времени и недюжих навыков. Да и сотен квадратных метров тоже не нужно. Главное, чтобы была яма, на случай посложнее. Это когда фильтр стоит уж очень удобно. Либо необходимо заменить фильтр топливный, либо прокладку с фильтром на КПП. Здесь свободно меняется масло на двух автомобилях сразу. Естественно, есть и зона отдыха, и можно понаблюдать, что делается и что льют, и из чего льют. Кстати, наличие на сервисе бочек непомятых и не в масле должно вызвать у вас сомнения, так как тара это явно промежуточная. Помятые бочки. Вот свидетельство использования оригинальных масел. Ну а бочки мнутся тельфером, и это норма. Естественно, разливая много, смысл зарабатывания на замене масла теряется. Поэтому здесь замена масла бесплатна. Как и перечень бесплатных услуг. Цены же на платы не превышают услуг вашего знакомого в холодном и не самом чистом гараже либо сервисе. Да, и свечи, и фильтра, и колодки, и это тоже есть, и опять же не дороже среднестатистических. Хотя, правды ради, признаем, дубликаты в разы дешевле оригиналов. Так что на Mercedes спокойно ставим свечки от 12-ки. Ну, про круглосуточные услуги говорили. И для кого они? Естественно, это таксисты, естественно, это трудяги-заводчане. Какой фирменный бренд? Кастрол, естественно. Рональдо или Рональдини пиарил, не помню кто, пропиарит и автостоп. Ну, хотелось бы вас поздравить с открытием нового пункта, расположенного в таком необходимом месте. Пересечение Советской и Советской Армии. Здесь нету ни одного пункта по замене масла. До сегодняшнего момента. Да, наконец-то мы открылись. Долгожданный пуск объекта произошел. Место на самом деле очень проездное, очень удобное. Удобный заезд, удобное расположение бокса. Все моменты основные. Ну, бизнес по-русски – это гараж, в который может заехать один автомобиль. Не всегда теплый, не всегда комфортный. У вас как? У нас теплое отапливаемое помещение, плюс мы можем обслуживать одновременно два автомобиля, производить как шиномонтаж, так и замену масла, ну, либо две замены масла, как будут заезжать люди. Бокс теплый, красивый, уютный, плюс есть клиентское место, пожалуйста, где можно понаблюдать за процессом, сидя на приятных мягких стульчиках, читая литературу. Как вы вот эти оригинальные бочки-то затаскиваете? Не проще ли там налить чего-нибудь? Бочки мы, как говорится, вручную сначала, но потом у нас есть специальное приспособление, как бы все делаем. То есть это оригинальные бочки? Да, конечно, бочки оригинальные, они закупорены, то есть буквально открывается одно отверстие. Но зима – это не только необходимость поменять масло, свечки. Да, наверное, многие уже столкнулись, были у нас морозы небольшие, то есть перестали автомобили заводиться. Мы предлагаем широкий спектр как бы, дополнительных услуг. У нас, опять же, в наличии есть помимо самого масла фильтры воздушные, масляные, топливные. Плюс мы предлагаем достаточно широкий выбор на основные автомобили. Свечи зажигания, те же самые дворники, не знаю, ну вплоть до щеток для снега. Это все хорошо. Но Магнитогорск без слова бесплатно не может жить. Ему подавать типа бесплатные кредиты. Что у вас реально бесплатно? Реально у нас при покупке нашего масла замена масла в двигателе бесплатно. А я вижу еще проверку уровня масла.
состояние патрубка. Ну, то есть бесплатные советы, так что получается, по дальнейшему обслуживанию вашего автомобиля? Да, конечно. Каждый автомобиль, который заезжает к нам в бокс, проходит ряд бесплатных услуг. Ну, основные такие моменты. Проверка аккумулятора, проверка щеток стеклоочистителя, то есть шрусов, резинок самих. То есть, ну, такие все визуальные как бы работы. Если что-то где-то, какие-то недостатки в автомобиле есть, мы всегда об этом говорим, предупреждаем клиентов, чтобы, опять же, приезжали к нам на последующие замены и работы. А воздух у вас что-нибудь стоит? Ну, я в смысле подкачать автомобиль. Да, хотелось бы напомнить, кстати, что подкачка у нас бесплатная.